MSI-22XT10M039RO. Моноблок с сенсорным экраном и производительным процессором. Комплект поставки включает сам моноблок, проводную клавиатуру, мышку, сетевой блок питания на 120 Вт и документацию. Моноблок выполнен в пластиковом корпусе черного цвета. Общие габариты 50 на 37 на 21 см, а вес чуть меньше 6 кг. Ножка имеет V-образную форму и предусматривает регулировку угла наклона. При желании ножку можно демонтировать или установить моноблок на веса кронштейна, который позволит настраивать не только угол наклона, но и высоту размещения устройства. Дисплей имеет диагональ 21,5 дюйма. Матрица IPS с Full HD разрешением и сенсорным управлением. Сенсорная подложка поддерживает до 10 одновременных касаний. Сам экран предлагает широкие углы обзора и поддерживает технологию антифликер для исключения вредного мерцания. Это уменьшает усталость глаз при долгой работе за моноблоком. Верхние и боковые рамки тонкие, из-за чего в веб-камере просто не нашлось места на корпусе. На левом боку расположились легкодоступные порты USB, один из которых формата Type-C. Также здесь есть картридер и кнопка питания. Рядом на задней панели расположен джойстик для навигации по меню настроек монитора. Тут же находится два аудиоразъема для подключения наушников, наушников и микрофона, гнездо для подключения блока питания, 4 USB-порта, два из которых соответствуют версии 3.2. Еще есть 2 гигабитных сетевых интерфейса, порт RS-232, а также два разъема HDMI. Один вход, другой выход. Это позволяет не только подключить второй монитор, но и использовать сам моноблок как внешний монитор, например, для вашего ноутбука или игровой приставки. На нижнем торце корпуса имеется дверца, за которой скрывается посадочное место для установки дополнительного 2,5-дюймового накопителя. Теперь о начинке. Процессор 6-ядерный Intel Core i5 с базовой частотой 2900 МГц, графический ускоритель встроенный, Intel UHD Graphics 630, оперативная память 8 ГБ формата SODIMM, накопитель твердотельный объемом 256 ГБ, плюс можно установить еще один, из беспроводных модулей двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth версии 4.2. Что в итоге? У этого моноблока небольшой экран, зато он поддерживает сенсорное управление и предлагает широкие углы обзора с естественной цветопередачей. Из плюсов отметим мощный декстопный 6-ядерный процессор, возможность легкой установки второго накопителя и предустановленную операционную систему Windows 10 Pro. Из минусов, разве что встроенный графический ускоритель.